Ночью 7 марта жители улицы Промышленной разбудили выстрелы из автоматического оружия. Благодаря свидетельским показаниям и записям с камер видеонаблюдения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий анапские полицейские установили личность стрелка. Им оказался 33-летний местный житель. Он использовал так называемое охолощенное оружие. Автомат после специальной обработки был предназначен только для стрельбы светошумовыми патронами. Так что реальной опасности, кроме шума, он не представлял. Сам виновник пояснить мотивы своего поступка отказался. Сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.